Всем добрый день! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. С вами Виктория. Сегодня готовлю салат со свеклой. Салатик у нас будет без майонеза. Готовится он буквально за считанные минуты. И все из доступных продуктов. Для приготовления нам понадобится обычная свекла. Свеклу нужно предварительно отварить или запечь в духовке. 250 грамм свеклы натираю на средней терке. Далее одно зеленое яблоко натираю на мелкой терке. Я взяла яблоко сорта Грани, можно взять любой сорт других кислых яблок. Друзья, если яблоко у вас такое же, как у меня, очень сочное, то лишний сок можно убрать с помощью ситечка. Одну морковь натираю на средней терке. Нарезаем примерно 10-12 штучек кураги. Затем 100 грамм чернослива. У меня чернослив уже без косточек и мягкие. Мелко нарезаем. Грамм грецких орехов мелко нарубим ножиком. Соус я буду готовить на основе греческого йогурта. Можно взять любой натуральный. 125 грамм греческого йогурта смешиваем с 2 столовыми ложками растительного масла. Выдавливаем сок половины лимона и 2-3 зубчика чеснока. Солим, перчим, соль, перец по вкусу и хорошо тщательно перемешиваем. Собираем наш салат. Смешиваем свеклу, натертую свежую морковь, натертые отжатые яблоки и чернослив и курагу. Заправляем салат подготовленным соусом. И перемешиваем. Для того, чтобы красиво подать наш салат, можно использовать креманки, бокалы или обычные стаканчики. Это очень вкусно, оригинально и красиво. Всем советую попробовать приготовить такой салатик, вы не пожалеете. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.